была лисичка. Она никого не трогала. Зайцев даже не трогала. У нее все были друзья. Даже зайцы. Вот. Она очень любила фрукты разные, ягоды там. Вот. И однажды она увидела зайца. Такого пушистенького, пушистого. Такого. Такой. Он был. Не видела чела? Заяц. Такой. Лису. Красивым. Лису. Красивым. Деревья там были красивые. Вот. Там было мало деревьев, поэтому лиса и увидела. Ну, кустов много было. Но она через них видела все. Такие кустики. Много кустов. Маленьких, больших, средних. Вот таких. И листья маленькие подали. И там была маленькая дорожка. Красивенькая такая. Желтая она была вся. Вот такая. И туда заяц пошел. Ему было очень интересно. Он туда этот лес никогда не шел. И начался дождь. Лиса очень не любила дожди. Эта лиса вообще не любит дожди. Там она была около, но она очень вот далеко, она только сейчас бежит до него. Такой сильный дождь пошел, даже град. А заяц уже убег. От такого дождя сильного. И лиса сказала: подожди, я тебе не съем. Я точно тебе не съем. Ты знаешь таких лисичек? Это такая, это я, которая слышала такие про меня. Да, сказал заяц. Я тебе помогу. И там у зайца было, вообще здесь было у него логово. Вот такое маленькое, чуть-чуть. Вот. И я сказала, чуть-чуть это, сделай логово себе. Место я тебе дам. И она туда пошла. Вот. Большая там у меня была логово. Очень большая. И заяц там тоже. Там у него были маленькие зайчики. Вот маленькие мальчики. Вот. И нас лиса спасла с дождя. И спасибо сказала лиса. И пошла дальше. Вот. И однажды ее постелили. И она очень была добрая. Нет, не так. Однажды она увидела
Кришну. Такого красивого. Вот.